Сборная Казахстана продолжает выступление на исламских играх в Турции. В очередной соревновательный день казахстанские атлеты принесли себе в актив еще 5 наград наивысшего достоинства. Более подробно в нашем спортивном обзоре. В Турции прошел очередной соревновательный день исламских игр. Казахстанские атлеты продолжают пополнять копилку сборной очередными медалями. Так, представительница команды Казахстана по плаванию Аделаида Пчелинцева стала победительницей в заплыве на 50 метров брасом. Она преодолела дистанцию за 31,71 секунды. Данное время стало новым рекордом исламиады. В принципе, заплыв прошел гладко, все хорошо. Было бы чуть получше, если бы время было ближе к моему лучшему результату. А так, в принципе, все хорошо. В основном, две девочки из Турции были главными соперницами, но они сильны более на длинных дистанциях, на 100 и на 200 метров. Еще две медали высшего достоинства принесли пловцы Адильбек Мусин в дистанции на 100 метров баттерфляем и София Абубакирова на 50 метров тем же стилем. Мусин в финале показал время 53,20 секунды. Абубакирова выиграла финальный заплыв, зафиксировав время 27,17 секунды. Четвертую золотую медаль в этот соревновательный день принесла Елена Шалыгина, представлявшая на играх исламской солидарности в Турции команду Казахстана по женской борьбе. Она стала первой весовой категории до 65 килограммов. В финале Шалыгина оказалась сильнее Элис Манолова из Азербайджана. В финале уже настроилась, чтобы лишних движений, ошибок не допускать, то есть, потому что тренируюсь я 5 месяцев, то есть, поэтому, конечно, я прибавляю с каждым разом. Думаю, следующая встреча будет еще лучше, увереннее у меня. Казахстанские тяжелоатлеты также принесли сборной медали. Зульфия Чиншанло стала первой в весе до 59 килограммов. В сумме двоеборья спортсменка подняла 220 килограммов. На вторую ступень пьедестала весовой категории до 73 килограммов поднялся еще один казахстанский штангист Алексей Чуркин. Его итоговый вес – 315 килограммов.